Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днем». С вами в студии Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Вы нам нужны. Пожалуйста, приходите. Особенные люди города подвели итоги работы. Если он пропал без вести, не погиб, то значит, что-то о нем должно быть известно. Урок мужества в памятный день. Наши победители сегодня домой уйдут с призами. Завершился творческий конкурс «Росатома». Сводка криминальной обстановки. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Международный день инвалидов. Десногорские жители с ограниченными возможностями здоровья, но с активной жизненной позицией подвели итоги проделанной работы за год. Подробности в сюжете. В Десногорске более 1000 людей с ограниченными возможностями. Чтобы особенные люди не замыкались в себе, чувствовали себя нужными и жили полной жизнью, уже много лет у нас в городе ведет свою работу Десногорское общество инвалидов. В обществе 870 человек, это в том числе с детками-инвалидами. Чем мы занимаемся? Многие приходили к нам на наш театральный проект. Мы ездим на фестивали, спартакиады. В этом году мы были в Сыктывкаре на бардовской песне. В прошлом году в Мурманск ездили с детками-инвалидами и их мамами. С 2014 года Геннадий Гриднев собрал команду интеллектуалов, которая принимает участие в играх «Что, где, когда». И уже есть результаты. Каждый год мы участвуем в онлайн-проектах «Что, где, когда». В прошлом году были третьими из 28 команд. В этом году мы из 20 команд четвертой. Уважают людей с активной жизненной позицией и в отделе социальной защиты. Много всероссийских и очень много проводится различных областных мероприятий. Вы все в них принимаете участие, и город Десногорск, поверьте мне, звучит как в России, так и в области на высоком уровне. Вы все молодцы, поэтому дальше надеемся, что у нас будут в дальнейших мероприятиях только призовые места. Вы будете везде принимать участие, друг с другом встречаться, друг другу помогать. Люди с ограниченными возможностями в здоровье нашего города живут как одна дружная семья. В обществе каждому помогают подобрать занятия по душе. Кто-то находит себя в спорте или в театре, кто-то занимается вокалом или рукоделием. Ведь для них важно жить полной жизнью. Накануне Международного дня инвалидов в реабилитационном центре «Вишенки» были награждены победители конкурса «Краски единства». В нем принимали участие смоленские школьники, которые вместе с воспитанниками центра создавали социальные плакаты в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Увидеть лучшие социальные плакаты победителей конкурса можно на медиаэкране, расположенном на здании Академии спорта. В Ельне в день неизвестного солдата на аллее безымянных героев захоронили останки еще одного солдата, погибшего в 1941 году в боях у деревни Печорская Буда Хислаевского района. В этом братском захоронении уже покоится прах 21 солдата, имена которых не удалось определить поисковикам. Урок мужества, приуроченный ко дню неизвестного солдата, прошел в молодежном центре Десногорска. Кто стал почетным гостем и какие темы обсуждали, расскажем в нашем следующем сюжете. Сотрудники молодежного центра проводят уроки мужества ко всем памятным датам и праздничным событиям. День неизвестного солдата не стал исключением. Название урока «Пропавшему без вести посвящается» определило и тему. Ученики 6-7 классов 2-й школы посмотрели видеофильм о поисковом отряде «Высота», а начальник штаба Игорь Журавлев рассказал о боевых действиях на территории Рославльского района, о Ельнинской наступательной операции и, конечно же, о том, как поисковики поднимают останки погибших красноармейцев и разыскивают их родственников. Все ждут с войны своих дедов и прадедов. Сколько я с людьми не встречался, они все говорят, если он пропал без вести, не погиб, то значит, что-то о нем должно быть известно. Вот, собственно говоря, именно поэтому поисковое движение существует. О важности и значимости поисковой работы говорили школьники, которые и сами участвуют в экспедициях. У нас семья каждый год почти едет, иногда мы остаемся, потому что какие-то обязанности, иногда холодно. Мы занимаемся этим довольно-таки долго, потому что мы достаем солдат из небытия, это очень важное дело, ответственное такое.
Юные десногорцы вместе с педагогами и гостями встречи пытались понять, есть ли место в обычной жизни таким ключевым понятиям, как мужество, героизм, отвага. Общение на такие важные темы помогло ребятам прояснить многие моменты и принять важные решения. Я очень хотел бы попасть в один из поисковых отрядов. Хочу увековечить память солдат, которые не смогли пройти всю войну и остаться в живых. На память о встрече сделали общее фото участников урока мужества, которое будет храниться в архиве молодежного центра. В Смоленской области второй год подряд проводится конкурс на лучшую студенческую семью. В этом году за это звание боролись 5 семей из высших образовательных учреждений Смоленщины. Состязания проходили в 5 этапов. Лучшей студенческой семьей 2016 года была признана семья Ермолаевых, обучающаяся в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 2 декабря в торжественной обстановке прошло награждение победителей и участников творческого конкурса, посвященного атомной отрасли России. Перед началом торжественного мероприятия организаторы конкурса представили выставку, посвященную 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Открыл ее заместитель директора Смоленской атомной станции Анатолий Терлецкий. Она важна для нас и потому, что, смотря в будущее, конкурс наш, в котором мы участвовали, был посвящен именно будущему атомной энергетике, для того, чтобы мы уверенно шли в наше будущее, нам необходимо опыт извлекать уроки из нашего прошлого. Экскурсовод Ольга Потехина рассказала юным десногорцам о героическом подвиге ликвидаторов последствий аварии на атомной станции. После этого в концертном зале подвели итоги творческого конкурса. Конкурс проводился в двух возрастных категориях – до 11 лет и старше 12 лет. Среди учеников десногорских школ города Рославль и сельских поселений Рославльского района. Всего было 5 номинаций – литературное творчество, декоративно-прикладное искусство, художественное творчество, мультимедийные проекты и видеосюжеты. На конкурс было представлено 206 работ. В каждой номинации определили 3 первых места, за которые победителям вручили дипломы и денежные призы. Все остальные участники получили поощрительные подарки. Организаторами конкурса выступили Смоленская атомная станция, администрация Десногорска, информационный центр по атомной энергии города Смоленск и смоленский филиал «Смоленскатомтехэнерго». Цель конкурса – популяризация атомной отрасли, распространение достоверных знаний о ней и формирование положительного имиджа о профессии атомщика. 4 декабря в Смоленске опять горело общежитие медуниверситета. Видео появилось в интернете. Из здания было эвакуировано 39 человек, пострадавших нет. Более 11 тонн белорусской молочной продукции не пустил Россельхознадзор через Смоленскую область. При проверке выяснилось, что отсутствуют необходимые ветеринарно-сопроводительные документы. Груз вернули производителю. В Смоленске продолжают выявлять фальшивки. В государственном расчетно-кассовом центре изъяли фальшивую купюру в 1000 рублей. Подделка приехала в Смоленск из сетевого рославльского магазина. По данному факту полиции проводится проверка. Полиция напоминает, если вы обнаружили у себя фальшивку, то не пытайтесь ее сбыть. Это уголовно наказуемо. В случае обнаружения поддельной денежной купюры необходимо сообщить в ближайший отдел полиции. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 114 сообщений о происшествиях, из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 86 административных правонарушений, в том числе 74 нарушения правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков в общественных местах к административной ответственности привлечен один человек. Сотрудники ГИБДД призывают смолян чаще пользоваться сайтом государственных услуг, на котором поставить на учет автомобиль или обменять водительское удостоверение теперь можно за несколько минут, не выходя из дома. Преимущество сайта госуслуг налицо. Во-первых, автовладелец определяет для себя удобное время для визита в ГИБДД. Во-вторых, заполнить специальную анкету и оплатить госпошлину можно заранее. К моменту появления гражданина в регистрационном подразделении автомобиль уже будет проверен по федеральным базам данных, а специалисты проведут всю необходимую подготовительную работу. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna.defis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.